рынок животное. Вот у меня, вот, голова. А кто это? Чья это голова? Котика. Ребята, это котик. Ну да, больше похоже на лягушку с усами. Да, ну, я просто, бы сказал, с усами. Я сильно рисовать не умею, но я пока учусь. О, ребята, да? вы любите рисовать? Здорово, Мендоза. Да. Вот мы с Зориком занимаемся рисованием. Просто нам надоело вот так просто бездельничать. Да, в компьютере играть. Да, мы любим играть не в компьютере, мы любим всякие разные штучки. Рисовать, там, танцевать, петь, прыгать, веселиться. А давай я тебе вот нарисую, попробую котика нарисовать. Кстати, ребята, вы знаете, что самый тяжелый кот в мире весит 21 килограмм? Представляешь? Сколько? 21. 21 килограмм? Да! Вот это да! 21 килограмм! Вот это котик! Это, ребята, не котик, это кошащище! О, кошащище! Это котогром! Котогром? Да! Или ну ладно, это не важно. Котоволун! Котоволун! О, точно! Котоволун! Да! Кстати, забыл сказать все, ребята. Кошки и коты, ну вообще, они могут прыгнуть в 5 раз выше своего роста. Представляете? То есть вверх? Вверх, представляете? То есть если котик, вот от земли котик получается, сколько он? Ну, сантиметров 25, 30, да? 2, 3, 4, ой, там далеко. Представляешь? Котоволун прыгающий! Да! 21 килограмм! 21 килограмм прыгает выше себя в этот раз! Вот это да! Давай дальше рисовать! А ты умеешь собак рисовать? Собак? Да! Ну сейчас я нарисую котика. Давай, покажи котика, как ты нарисуешь. Оп, усики такие, глазки. Вот тут так. У Жорика получился кот, который никогда не питается. Ну правда, у него 21 килограмм. Просто у него нет этого рта. Ну я же нарисую сейчас. Теперь есть, теперь он будет питаться. И когда будет питаться, вырастет до 21 килограмма и будет прыгать в высоту в 5 раз больше, чем он сам ростом. А что ты еще можешь рассказать и нарисовать? Собачку могу. Собачку. Давай, рисуй. Нет, давай потом нарисую, а тебе расскажу. Давай, рассказывай. Кстати, ребята, вы знаете, что самыми первыми собачками, вообще, которые полетели в космос, были Белка и Стрелка. Белка и Стрелка. Да. А вот вообще собаки это потомки волков. Да. Вот так вот, представляешь? Что-то я мультфильм захотел посмотреть. Ой, давай посмотрим мультфильм. А завтра мы, когда проснемся, позавтракаем и будем... И будем опять рисовать, можно рассказывать интересные истории. Про собак, про котов, про волков. Волков нет, пойду мультфильм смотреть. Каркуша, ты там сиди. Так, все. Ой, больно.